Стратегию 2025 «Драйверы роста» обсуждали сегодня представители госорганов, бизнеса и банковского сектора в Алматы. Участники круглого стола делились мнениями о программе. Принять ее правительство намерено в декабре этого года. Нету легких решений. Вот нету тех решений, которые мы взяли бы с полки, там, это гарвардской полки, или это с полки Всемирного банка, и быстро реализовали ее в Казахстане. К сожалению, этого нету. Но есть большой вызов, он долгосрочный. Как построить конкурентоспособность, при том, что очень сильно меняются обстоятельства, очень меняется среда, постоянно идет взаимодействие. То, что было вчера актуально, сегодня уже не актуально. Здесь большой вопрос. Как эту стратегию, ту стратегию, которую мы прописываем сегодня до 2025 года, насколько, чтобы она была более актуальная, она была гибкая, она менялась под эти обстоятельства.